Сегодня я готовлю вкуснейшую овощную запеканку по-итальянски. Это наш очень любимый рецепт запеканки, и я хочу поделиться этим рецептом с вами. Посмотрите, какие разноцветные овощи мы будем использовать для этого блюда. Нам понадобится баклажан, кабачок, болгарский перец любого цвета, помидорчики, лук, чеснок, зелень, конечно же, оливковое масло, соль и также тертый сыр. У нас здесь пармиджано, но можете брать любой сыр, какой у вас есть в наличии. В сковородке с растительным маслом начинаем обжаривать лук и чеснок. Когда лук с чесноком обжарится, добавляем нарезанный болгарский перец. И оставим их вместе обжариваться. Пока лук с чесноком и болгарским перцем обжариваются, подготовим остальные овощи. Кабачки, баклажаны и помидоры. Все их нужно нарезать кольцами. Вот, посмотрите. Смесь в сковородке обжарилась. И теперь дело осталось за малым. Приступим к сборке нашей запеканки. Для запеканки я буду использовать вот такую стеклянную посуду. На дно мы уложим жареные лук с чесноком и болгарским перцем. И теперь сверху мы укладываем нарезанные кольцами овощи, чередуя их. Я сложила овощи в посуду для запекания. И посмотрите, как я чередовала их. Теперь сверху посолим, поперчим черным перцем, добавим тертый сыр, зелень и оливковое масло еще сверху добавим. Сверху накрываем эту посуду фольгой и ставим в духовку. Посмотрите, как теперь наше блюдо выглядит. Около 90 минут пробыло это блюдо в духовке при температуре 200 градусов. Но смотрите, пожалуйста, по своей духовке. Теперь я снимаю фольгу и поставлю еще минут на 5 на функцию гриль, чтобы сверху образовалась аппетитная корочка. Это одна из наших самых любимых запеканок. Обязательно приготовьте и попробуйте. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за просмотр! Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями!